занимаемся сейчас окуриванием садов. У нас персик и слива. Персик может пострадать как бы от минусовых температур. Вот разжигали 60 костров по всему саду. Вроде удержали, сохранили урожай. Если будут такие же заморозки в апреле месяце, то, в принципе, можем пострадать. Конечно, ожидаем сохранить урожай, потому что предприятию надо на что-то жить, надо на что-то работать. Надеемся на урожай, конечно. Закладываем новые сады, также яблочные. Поэтому, конечно, минусовые температуры нам не нужны. Сейчас 81 гектар – это уже плодоносящий сад. И закладываем в будущем до 2018 года 500 гектар садов яблочных, интенсивных. В этом году уже планируем заложить около 25-30 гектар. В этом году уже, может, даже осенью первые плоды яблок у нас уже должны быть.